Ребят, я опять в магазине, опять мандры. Брал я уже, делал обзор на этот чемодан, да, на большой. И брал рюкзак, вы тоже видели, на канале есть. Рюкзак тоже мне понравился, вы, кстати, по нему больше всего делали вопросов. Но сегодня мы заехали и берем вот такую сумку еще. Одну берем сумочку вот, и вторую еще думаем взять, такую. Вот эти мы обзоры не делали. То есть мы сейчас их вам, я вам покажу, чем мне она нравится. Мне она нравится тем, что, во-первых, у нее внешний вид, ну, действительно прикольный. И цена, ребята, 400 гривен, это по скидке брать, 400 гривен. Но для того, чтобы ее взять, вы же помните, я вам рассказывал, и еще раз расскажу, надо, вот смотрите, цена, да, 400 гривен, 399, надо вклеить еще, сейчас я вам продемонстрирую, вклеить, в общем, надо вклеить еще фишки, вот. И только после этого можно покупать. Вы понимаете, да? Но это действительно сумка прикольная. Мне она очень нравится. Но, ребята, перед тем, как вы берете, вы внимательно посмотрите змейки. Внимание на то, что там вот нитки, вы не обращаете. А вот на змеечки стоит. Объясню почему. Висело три сумки. Вот их три висит. Из них только как бы вот, ну, две более-менее актуальные. Потому что змейки сильно тугие. Вот эти две большие. В середине тоже змеечки есть, проверяйте их обязательно. Качество мне очень нравится, потому что один наш знакомый уже раньше брал, и мы уже берем как бы по проверке нормально. Цены внимательно сверяйте и смотрите. Меняется. Удлиняется. Вот так, конечно, видосик у нее прикольный. А я думаю себе, ребята, взять вот такую вот. Поместится сюда все, что только можно. Вот сейчас как раз увеличим размер. Смотрите. А я вам потом еще эту покажу. Вот только нормально. Нормально? А? Я немножко. А мне это нравится. Ну. Сейчас увидим, как она смотрится. Даже на фоне ротика. Тигр. Леопарда. Вот так вот смотрится. А, так она вот так носится, да? То есть светоотражающая полоса. Тоже, то есть мандры тоже написано. Вот, смотрите. А ну так поверни чуть-чуть. Не снимай, пускай. Вот. Тут как кобура сделана под этот. Видите? Под пистоль, что ли. Ну, как кобура вот реально сделана. Да? Похоже на пистолет. Не, серьезно я говорю. И здесь это отделение, еще одно отделение есть. И второе. Второе отделение. А больших нет. Ну, в общем, три таких вот отделения маленьких. Светоотражающая полоса. Ну, в общем, это для такая сумка для тинейджеров. Это, конечно, более солидное. То есть такое, что можно и мобильный положить, и очки. На лето вообще я считаю, что одна, что другая. Вообще нормалек. А что это сумка чистая. Рюкзак удобнее почему? Смотря для за чего? Спину, за спину повесил, положился надо, повесил за. Ребят, спину, кстати, я вам скажу прикол еще. Я же вот это недавно летал, тоже на канале был обзор, да? И я обратил внимание, кстати, видите, магнит на эти, на этой сумке. Кстати, цена ее 350. Обратил внимание, что многие пилоты вообще вот с такими летают. Ручная кладь, вот такие вот берут с собой в самолеты, вот именно такие малюпуськи. Они... Ну, я видел у многих, там у стюардесс и вообще вот как бы тоже обзор ее на канале есть, я ее рассказывал, если интересно, еще могу более подробно все это рассказать. Рюкзаки обзор я делал. Но не путайте то, что, ребят, самое главное, не путайте то, что рюкзаки же, вот он, вот сейчас вот мой напарник стоит, смотрит рюкзак, он взял тот, что поменьше. А у них же рюкзаки есть два варианта, ребята. Побольше и поменьше. Он взял поменьше. А есть еще и побольше. Но сейчас я их тут не вижу. Но вот смотрите, да. 38-28. И здесь 38-28. А если посмотреть по этой книжке, ребята. Отлично вообще. Смотрится супер. Так вот, если по книжке смотреть, смотрите, вот один есть 45 на 30, тот, который я брал, он стоит 700 гривен. А поменьше стоит 600. Тот, что сейчас у них висит.